Птичка своеобразная, как вы все убедились, да? Заслуга будем считать не птички, а коноровода, который наиграл на дудочке, и птичка взяла. Он каждый год привозит птичку. В отличие от предыдущих конкурсов, напев я знаю, здесь появилось колено-колокольчик. Слышали, наверное, дилилин-дилилин-дилилин-дилилин. Колено-колокольчик относится к турам овсянка. Поэтому при всей своей вот таком отношении, что наигранная песня и так далее, но согласно требованиям, все-таки мы ее оцениваем и отнесем песни канарейки овсяночного напева. Хотя, еще раз повторяю, наигранная полностью, неестественные такие колена. Но оцениваем все-таки эту песню, и она наберет у нас где-то 26 баллов на грамоту. Но еще раз говорю, за счет того, что все-таки есть колено-колокольчик, который относится к туру овсянки. А у нас требование такое. Thank you.
طبعا
Телефоном от Альгуши я понял. А вы сам? Ай, барди.
Thank you.
Thank you.